Пойдемте. Урожай. Да, крепость будет настоящая. А тут крышки поменьше, да? Ну тут они уже давно. Какая-то разбивка. Но... Ага, что-то будут строить. Такой интересный. Да, ну а что, в прошлый раз мы его почти на коляске катали, да? Нет, он пешком ходил. Ну не особо, все равно. Вот, а сейчас бегает. Оп, крышечка. Все ему интересно, все смотрит. Рыбки, рыбки, мне нравится, что он белочки, рыбки. Да, черепахи. Помнишь, как там были черепашки? Да, и мы там были. Лягушка, черепашка. Давай попрыгаем. Чем-то сигналит, пип-пип. Электрическая. Сюда цивилизация пришла. Давай возьмем воду с нами. Давай нам. А вон там, смотри, лебеди, да? Да. Лебеди. Смотрите. Пошли. Как тут замечательно. Да! Ага, едем. Он уже убежал. Тройка. Все хорошо, молодец. Давай, Марина, тебе отправим. Вилла. Ступеньки. А, закрытый тут мостик. Помнишь, мы на нем были? Эх, все позакрыто. Здесь, наверное, и ночью красиво, везде подсветка. Да, ну я подписалась на Инстаграм. Они фотки выставляют, там очень красиво. О, вот этого мостика я не помню. А там лавочки не замотанные.
Это воду перекачивают откуда-то куда-то. Это до вас, мам. Сюда воду закачивают. Мам, это до вас крестик. Не крестик, а замочек. Не буду замочек. Нет, Тём. Тём, не скачи. Посмотрите. Перепрыгивай. Кувшинки. Иди туда. Видишь? Счастье-то. Туда не пойдет. Ну, в Тёмик, может, хочет сходить, пусть сходит. Мне та часть вообще не очень нравится. А тут тоже рыбки-то. Вот тут что, тоже можно корм купить? Да. Чем смотри, здесь маленькие рыбки. Дико корма набирает. Сыпь туда. Какие маленькие. Да не по одной, Тём. Как у нас, да, вам говорим? Ну, наподобие, Тём, как Тём, у нас. Ну пробежись быстро по кругу, ладно?
пустое зеркало уже. Вижу. Нет. Я вижу тебя, Света. Че, Ника, не открывают, да? Не открываю. Где? Я знаю, как пробаться в дом. Окно. Ника, вот как пробаться в дом. Вообще не видно. Тук-тук! Я есть Грут. Да. Помнишь, смотрел кино недавно? Какое? Ну какое? Ты что, забыл фантастика про деревянного? Да, вот он, видишь? Синий кот. Нет, Тём, написано закрыто. Смотри, белочка. Нам чуть-чуть до конца и поедем, а то у меня уже сил не осталось. А нам еще ехать и ехать. Ты везде пробежал, Тём? Вон там нет. Наверх пойдешь, Тём? Там вот какие-то козлятки. Вон там уже наверх пойдем. Пойдем, я с тобой пройдусь. Только не спеши. Поехали. Спешишься очень быстро. Высота. Да, Тём. Вперед. Вперед. А тут голуби. И козлята горные, вон, видишь? Да. А тут что? А тут не ходи. А там вон они в кормушке сидят. А тут мы спустимся, Тём. О, мама с нами. А вот это закрыто замком? Конечно, чтобы тебя козлят не забодали. Сел. Я еще не смог. У меня контакт. Только не на педали, а с землей. Чем? Ладно, не, ну давай. Мам, ну честно, когда я засел, должна фоткать такие одинаковые. Все? Да. Сфотка? Да. А ты что ж за меч не взялся? За меч? Ну ладно, еще. Мам, еще, короче. Еще и два. Нужно было свои
приветик принести. Свои можно было привести. На заголовке глаз только проход. Да, пойдем? Я их вижу. На трубочку смотрю, фоточку. О, черепашки. И все схватило. И попало. Сзади тебя. Вот это там какой водопад. И кто там бегу вам какая? Знаете что? Что, вода? Да. Можно пилочку? Да? Пока не надо. Я уже тут. Да, что вам? Заспелка ясно? Да. Они правильно встали, просто уперлись. Что, залазим? Я тоже. Я наверх поеду. Я на самом вам не упаду. Не упади. И на солнце. Смотри, она выбрасывает опять свою воду. О, все. Да. Классно, вот так вот дела. Тёма, не надо туда. Не знаю, что назад я пойду. Да, потому что ты что? Что, типа паркурщик, что ли? Ага. Полез. Вот такая вот у нас чудная экскурсия по парку Лога.
Да, тут царит тишина и безмятежность. Орел на страже. Вот там вообще толпа такая. Таки было такая, мама. Нарцисс, пожалуйста, не кормите животных. Ну, только специально кормим. Но это не указано. От хлеба не надо кормить. От хлеба они жиреют. Ну, так 110 рублей нормально цена за корм. Да. Нормально. Только... Да, что? 5 рублей. Только грамм, это круглая была монетка. Там написано... О, Дед Маза и Зайца сидит. Я туда пытался, мама. А никак. Да невозможно вообще побольше. Змей, красный змей. Дави его. Конечно, здесь. Ну как я не знаю. Вот эту реку. Алло? Хочется? Ну так прикольно сделай, вот одна и ступенька. Как я хотела так, чтобы это видно было. Да. Самовар выходит. Да. 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 Самовар выходит. Печка по-черному. Там самовар, а это для чай. С этой стороны тоже можно подойти к бэмбикам. Здесь прям к маленьким можно подойти, Вик. Другая сторона. А почему? Тёма, не хочешь в гостях у Бабы Яги побывать? Сюда, Тём. Зачем сюда? Посмотреть. Ой, я не мимо. Вот такой. Я уже куда пошёл? Привет. Бэмбики. Мама, тут ещё лучше видеть. Ну хорошо, смотри со мной. Европейская лань. Тихо. Вон какой большой, да? С рогами прям серьезный такой. А вот очень. Опа-на. Рога такие красивые вообще. Нет, не шатай. Да, их там много. Мухи, мухи их жрут прям. Везде.
очки не снимай. Укусит? Ну что, пойдемте. Пойдем, доченька. Нет. Там КамАЗы гоняют. КамАЗ. Да, там что-то тоже строится.